Вся Сёжа. Спасибо. Нормально, Тёма, как у тебя дела? Домой! Боже. Столько много сообщений. Мальчик, иди учись, отсосёшь. Привет, мы раньше Саше двигались. Привет, Саша. А скажи свою фамилию, пожалуйста. Ня. Артём, ты в этом с Павлодарем пошли гулять? Я тебя думаю пьян. Она говорит, не пьет, говорит. Лана, не мастите. Давай задаваем следующий вопрос. Спасибо за сердечко, спасибо за ручки. Павлодар. Мне кажется, сегодня... Никита, ты не мог другую какую-нибудь ситуацию вспомнить, чтобы я тебя вспомнила? Ужас. Ты еще отправил сундук. Масих, Акумасих. Кирилл отправил сундук. Это было летом. А, ну ладно, уезжаем. Встретимся и сычем. Ты когда уезжаешь с поселка? Лина. Да, Лина. У нас нет, у нас не перемены, на кого учитесь. Мы учимся на юристов. На все сообщения это нет. Еще раз. Сегодня пятница, завтра. Да. Я подписался. Хорошо, я на тебя подпишусь. Столпали, не пишите смотри. Славу Украине. Спасибо за розочку. Это Тёмка отправляет. Посевеет. Солнечный отправляет. О, солнечный, я вообще обожаю солнечный. Давай вот так сердечко солнечному покажу. Давайте лучше садим нормально, думаю, мы друг друга сели. Вот так вообще нас не видно. Вот так дальше просто уходим и все. Куда мне еще дальше уходить? Она пара здесь. Теперь давайте конституционно. Не надо. А я как-нибудь вот так. С рождением. Я помню тебя, хорошо, Никита. Ты опарин. Хорошо, Тёма, если что, я тебе напишу. Салют, вы откуда? Мы с Павлодаром. Цыганки, походу, нет, мы не цыганки. Я подписала, спасибо. Привет, малыхи, привет, Евгений. Спасибо. Блять, не вижу нихуя. Зачем тебе написать? Напиши, кому написать? Никите. Я могу... Лина, привет, как дела? Как мама? О, здрасте, нормально. Нормально все. Как она сразу стала хорошенькой. У вас как дела? Колледж ПГУ. ПГУ. Красивый, спасибо. ПГУ колледж. Мне хотят отправить сообщение. 391 человек. Спасибо за ТикТок. Что такое? Там посмотри инсту Виолетта. Сейчас давно не общаюсь. Я сестры Юра Титар. Титар. Женя, что написался на меня? Павлодар, где? Я с метров заходил из Тулина. Как он меня нашел? Я знаю, привет. Он меня нашел? Знаешь. Я же не Виолетта. Эвелина. Эвелина, ты же воду пила в самом. Привет, котята, привет. Как он меня нашел? Я же... Лина, я тебе пишу. Да подождите. Я вижу, что... Что вы в школе забыли? Мы в колледже вообще-то. Е-мая, вчера. Землячки. Это ты? Мы сейчас в этом... Да, ты не Виолетта. А как ты меня нашел? Как ты меня нашел? Кто? Да, Виолетта. Он через Влада, наверное. Ссылка на Онсли. В смысле ссылка на Онсли? Я на это аккаунт подписана. Как вас зовут? Меня зовут Ульяна, Владислава и Евелина. Я армян. Где? Давай, классно. Нет, мы больше так не будем говорить. Как? А, я вам так писаю? Как там дети в Ижевске? Дети в Ижевске, честно, без понятия. Кто это? Владрук. Передай привет Матвею. Привет, Матвей. Владрук. О, привет, пупсик, бегу к тебе. Аха, пойдем на шопинг? Владара, да. Нет, может, хватит? Ноги, что? Ногти похожи у тебя, и которые слева от тебя. Слева ты, дура. Я не отрошу уже. Ой, так, мороженого, как его зовут? Ульяна, Влада и Евелина. И гадайте, кто из них кто. Сколько тебе лет? Кто из них? Ульяна, 18. Девочки, вы упали. Легенда. Такая красивая. Девочки, дай скажу спасибо. Короче, если что напишешь. Влада, если напишу тебе. Как вас зовут? Только что сказали. Влада, Ульяна, Эвелина. Я Ульяна. Я Влада. Я Эвелина. Я больше не Эвелина.
Шутка, минутка, моя бывшая проститутка. Хватит меня бить. Ну или справа похоже на красный. Ну или справа похоже на красный. На меня Пашка, блядь, лет 60 стоит, смотрит. Мы за казахский. Вот так головой делает. Я найдем вот стул? Мы за Казахстан. Я на красивая очередь. Спасибо. Спасибо, ДК-7. Я знаю, что делать. Слава Богу. Эвелина, найди. Найди его. Вот, Артем, сейчас пропадет. Бля, пока включится. Ты не здесь живешь? Все, я сфоткала, потом найду. Нет, мы не знаем таджикский язык. В натуре, где бункерный дед? Бункерный дед? Не знаю. Кто парту шатает? Казахи не от игры. Историю Казахстана прочитайте. Нет, мы русские. Да полезли мне. Как почти. Недоделанный. Я не знаю, как ты меня нашел. Слава Владиславу, слава Владиславу, слава Владиславу. Слава нам. Ищи. Это тот, который мне привет передавал? Нет, другой. Нет, это он. Это который солнечного. Это солнечный. Украина за лупом. Еду как-нибудь солнечный, буду с Ириной Репиной. Я звезда, я звезда. Давайте сделаем сходку в солнечный. Как тяжело быть звездой. Это же Артур Пирожков. Летом будет сходка в солнечный, прямо на пляже. Будем топиться все вместе, дружно. Мы сходку сделаем, короче, на звездочки. Солнечный, звездочка. Мы учимся на юристов. Я должна тебя узнать? Я тебя не знаю. Не говорите, что мне тоже пьяный день домой вел. Блять, палата. Нет, не заебались. Нет, Диас, ты вышел, когда у нас заходило 350 человек. А ты вышел. Лина, я в инсте. Ну, хорошо, я поняла. Диас, встречаться. Ага, все втроем? Ну ладно, вдруг он гарем собирает. Откуда вы знаете, девочки? Если у тебя машина, миллион там долларов, то хорошо, мы все втроем выйдем. Для тебя. Или к тебе. Не бывать. Кот, где? Пьяную домой, пьяную домой. Всех лохов к стене заберу тебя с собой. Пьяную домой, пьяную домой. Мне нужна Ульяна. Иди. Я. Ты съел. Не заебались. Мне нужна Нет, Ульяна. Не заебались. Нет, тебе не нужна Ульяна. На свою одногруппницу не отойди. Не заебались? Алло. Какой богу не дало. Рора. Ажиотаж упал. Да сейчас уже все заканчивается. Кто говорит? Что говорит? 40 минут не закончить. Ты не помнишь ничего? Ты что с ним? Я раньше закончил. Где была Ульяна? Признавайся. Не знаю. Фурка. Сам ты чурка. Уф, всего 38 человек. Ну, конечно, ты вышел не вовремя. У вас было 300 с лишним человек, ты что молчи? Что вы любите ставить? У него 3. Нам подарили лебедя, я, кстати, у нас 9 монет. Я уже.